Нападающий Барселоны Лионель Месси в матчах Лиги Чемпионов 2017-18 пробегает в среднем меньше 90 метров за минуту. По этому показателю Месси, один из худших футболистов турнира, опережая лишь защитника Мю Эрика Бай. При этом у Месси 1,2 гола ассиста в среднем за 90 минут. Он входит в десятку лучших игроков Элчи. Лидирует по среднему пробегу в Лиге Чемпионов 2017-18 нападающий Порту Бруно Кошта. У Месси 6 голов и 2 ассиста в 8 матчах Элчи, но это не предел, будь в контакте со спортом.